Ишгалджилер Украинаның Шарқиве және берегионларында артиллерия қолланып, ел әрекетмеге тұрышы, ама бұйық ғайыпларға оғырай. Баш штабының мәліматына көре, ишгалджилер Донецк ве Луганск вилайетлерінің сыңырларына чықып, шымдылык ишгал алтында олған Қырымға Русиядан ер йолы ачылмасына интыла. Ишгалджилер Херсон вилайетіні әлі да незарет етмекте. Украина маячилеры кеченлеры вилетнан 5 койна азат етті. Руслар Харьков вилетнан Изюм шеры тарафында ужим башлатты, ама муафакиетсиздыр. Ишгалджилер Мариуполь и маячилеры ве Азовстали заводынан ер астындаки сығыныкларында булынган ерли сакинлеріні бомба ве ракеталарнен ужим етмеге девам ете. Украина и маячилеры исе лайык жевап бере. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 7 атак ворога. Знищено 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини та 18 одиниць автомобільної техніки і 4 паливозаправника. Підрозділами протиповітряної оборони в зазначеному районі було збито 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10». Азов полкынан женгчилер Азовстали комбинатынан сығынағына йол ала. Анда ади Мариуполь сакинлері бұлынмақта. Кадынлар, баллар ве эвлері рузбомба ве ракеталарынын ұжымы нетижесінде веран олған дегер сакинлер. Бу инсанлар бір ярым айдан зияде көнеш көрмеді. Рашистлерінің ұжымы ве қыршавда тұрылғанларындан себеп олар оле біле. Украины майджилер анда бұлынған сакинлеріні аша етнен темен етмеге тұрыша. Жодних наших запасів, які ми принесли з собою спочатку до бомбосховища, вже не вистачає. Ми перебуваємо на грані того, що скоро в нас не буде харчування. Ми не зможемо навіть прогодувати наших дітей, яким в першу чергу віддаємо те, що в нас є. Ні, не вважайте, скільки вже тут. Вже пересчитались. Чи хочемо домой? А дома, судя по всьому, нет. Ну, будем надеяться на коридор какой-то. Будем надеяться, потому что кушать уже заканчивается. Русы жгалджилеры Азовстали комбинаты ве Мариупольнан веранесіні біле ұжым етмеге девам еткені вақыт, ер тубында олған баллар рус дуниясы кетірген ғам фікірлеріні четке чекіп, адишелерге біле қуана. Як дела? Як ваші дела, дівчатка? Що ви, нові корзинки діяли, чим ви займалися? Да? Да. А я бачу, ти ж тут плила, да, по-моєму, прошлий раз? Клас. Це для украшений, да? Да. Яка красота. Красиво, умничка. Короче, мы с Ростиком играли в Super B. Это такая игра на телефоне. Он сейчас вот. Да? Давай. Класс. Мы бы так бы играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Ой, какие козики, это класс. Здравствуйте, мы тут это... Привет. Я увидел, что вы пришли. Вот, хотел бы кое-что сказать. Давай. Мы вот очень хотим вернуться все домой. Хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родителей, ну, не родителей, родных там и так далее. Сығынақтайынды даянылмас шарайтлер дей инсанлар, рус дуниясы оларны қайда кетіргенні көстере. На грязных бушлатах плесень, везде сырость, он потеки мокрые. Так вот мы спим, дышим этим всем. Вот там спит годичный ребенок. Годичный. Да. Ямочка такая, памперсов нет, мы шьем с пеленок вот такой вот. И так вот ребенок мучается, все красное, все треет. Ерлі сакинлер дунияны оларына құртармаға чағыра. Рашистлер есе дайыма ерлі сакинлер үшін ешіл коридор тешкіл етілмесе қандаңлашмаларыны боза. Шиерде 100 бинге яқын ерлі сакин қалмақта. Ишгалджилер оларына өз тешвиқатында қолланмақ үшін Русияге да руслар тарафындан ишгал етілген дегер территорияларға алып чықмаға азыр. Мариуполь сакинлері есе қаршы, чүнке женгні кетірген девлетнен омырыны бағламаға. Мы хотим жить, в своем городе, в своей стране, мы хотим жить нормально, спокойно. Нам надоели эти бомбардировки, эти постоянные авиаудары по нашей земле. Сколько это будет продолжаться? От кого нас здесь спасают?
Я не понимаю. Помогите нам, остановите агрессию Российской Федерации против моей страны. Моя страна просто погибает. Мой город разрушенный полностью. Нету ни одного места живого. Хочем отсюда поскорее выбраться. И спасибо военным, которые нам приходят, еду приносят. Спасибо им за поддержку. Русия Азовсталь заводында сакланган инсанларга каршы алада химиявий силаны кулланмага планлаштыра. Украина истихбаратынын маалыматына көрө, рашистлер Мариуполдеги комбинатта булунган украин арбилери ве ерли сакинлерини өлтүрмөгө иштей. Ишгалчилер түшүнгөнүнө көрө, бойло этип уларынын гайыпларга уграмасы токтотула биле. Рашистлер инсанларын артиллерия ве авиация бастасынан зээрлүү моделлеринен ибарат болгон бомба ве ракеталарынан ужум этмөгө планлаштыра. Айны вакытта радиация, химик ве биологик имайы боюнча рус арбий бөлүктөрү химиявий силанын аэрозолдорун колдонушат. Відомо, що слова президента РФ в оприлюдненому ЗМІ відеофрагменті розмови з міністром оборони були вирвані із контексту. Фразу про «заняття облоги підступів до підприємства так, щоб і муха не пролетіла» слід сприймати саме в контексті «не дати можливості нікому живим вийти з катакомб», зокрема після застосування хімічної зброї. Додатковими підтвердженнями планів Кремля щодо застосування хімічної зброї є так звана робота на випередження – поширення брехливої інформації щодо наявності в Україні хімічної та біологічної зброї. Кырымда милли аракет ветераны Лютфи Бекиров эле видалаштылар. О 93 жашына келип вефат этти. Лютфи Бекиров 1928 сенеси Бакчысарайда догду. Эпси Кырым татарлары КБ Советтер акимиети тарафынан ватанындан сургун этилди. Лютфи ага да 1960 сенелеринин башында милли аракетке кошулду. Өзбекстандын Бекабад шаарында кечирилген митингдерде иштирак этеди. Весекалар тобунда имзалар топлайды. Милли аракетнин почтачысы болуп, муим весекаларынын милли аракет жолбашчыларынан бирден бирине ташыйды. Өз фаалияты үчүн бир кач кере тутулуп, абсканеге түштү. 1968 сенеси биринчилер сырасында ватанга кайтып, Курман районунда жерлешип болду. Кырымга кайтканынан өз фаалиятын токтотмады. Кырымга кайтмага тырышкан дегер кырым татар куранталарына ярдым этеди. Москвага кетежек делегациялар үчүн пара топлайды. Бундан себеп 1970 сенелери да 2 кере уйдурма себептеринен 2 бучук ве 4 жылга абсканеге түштү. Лютфи ага өзүнө эп бир бактылуу инсан олорак саяйды, чүнки ватанда жашады. Омурунун соңки дакыкаларына кадар ишгалчылардан азат этилген кырымны көрмөгө арзу этеди. Halkımız emin olsun, bugün, yarın bizler öz vatanımızın sahibi olacağımız, bu toprak, bu halkın toprağı, bu halkın hakkı, bu halkın hukuku, bu halkın temeli. Ne kadar men çekse de Cebrail aleyhisselam, men anda gitmezse miyim çünkü men Allah'a şanıp, vatanımızda açık, aydın, güneşli kun halkımızın korgenisiyim. Ben ona eminim. O Allah-u Teala onuma verir. Ben de bütün yaşlıkla beraber ileride de kendi güreşmek isteyim. Sonradık. Kendi halkımızla beraber olmak isteyim. Ben eğer bugün kurultayın toplanan korsamakmı işte yarın indi beni alsın özüne. Ben ona razım.